с вами рассмотрели основные эзотерические, психологические и духовные учения, которые как бы существуют в мире. Надо поговорить еще о двух течениях. Ну, Карлоса Кастанеда я не рассматривал по причине того, что Карлоса Кастанеда мы сравнивали и рассматривали многократно. Я имею в виду, у меня куча есть видео, где я там книжки его комментирую. Там, по-моему, я штук 6 книг прокомментировал из 11. То есть хватает материала, чтобы сесть и заниматься. С одной стороны. С другой как бы стороны, не комментирую Карлоса Кастанеда по причине того, что, в общем-то, у вас был семинар предыдущий, который назывался «Введение, да, там, в комплекс меру», и там достаточно материала для того, чтобы это все осмыслить, осознать, кто там был на семинаре, то есть должны были эти вещи понять. Не комментирую саентологию как терапию по причине того, что я попрошу это сделать профессионалов, тех, кто каждый день этим пользуется. И, в общем-то, все линейки, которые существуют в мире, мы закончили. Кроме шаманизма, синтоизма, конфуцианства, там, даосизма, вещь, не требующая комментариев, кроме даосов. Сейчас объясню почему. Дело такого рода, что, в общем-то, они ничего не предлагают. То есть конфуцианство, оно, это религия закона, ну, то есть автоматизма, ну, без Бога. То есть, как бы, оно ничего не предлагает. Оно говорит, что правильно, как правильно и как не, что такое хорошо, что такое плохо описывается. А вот даосизм надо было бы прокомментировать. Но комментировать тоже даосов не стану, по причине того, что это у нас в программе сравнительного анализа и сихазма, и дзен-буддизма существует целая даосская линия, которую мы будем полностью даосизм сравнивать. Как вероучение, как религию, там, не знаю, что это. Будем разбираться. То есть там, поэтому будет фундаментальный труд, а не моих там 20 минут разговора. Будет фундаментальный труд. Мы книжку даосскую купили. Фундаментальную такую, она у меня дома стоит, ждет своего часа. Мы как только вот сейчас иссихазм парочку томов закончим, перейдем к даосизму, так чтобы у нас сложилось. А туда же засудим мы сравнительный анализ силы безмолвия. То есть, вот, да, то есть вот, у нас там нормально получится. Поэтому сегодня мы переходим к альтернативе. Я бы назвал ее так. Потому что в рамках семинара это будет выглядеть именно так, именно альтернатива. То есть существует изначальное, древнее, самое первое, что ни на есть, знание наших предков, которые они принесли на эту планету Земля, и от которого пошли все остальные знания на этой планете Земля. Все остальные знания на планете Земля – это суть частного искажения этого знания. То есть если шаманизм – это опытник, на том этапе был, то это фундаментальная наука, состоящая из 8 наук. И я попрошу Валентину Евгеньевну выйти к доске и показать, как выглядит внешняя информационная вот эта составляющая Бога с названиями. Сводный объем прикладной науки выглядит вот таким вот макаром. Теоретически. Вы можете смотреть на доске. Сводный объем прикладной науки выглядит вот так. И сверху вниз. Первая наука — это СНВ-2ДУ. И комментируй, Стас, что это такое? Система нового двигательно-динамического управления. То есть это наука, которая отвечает за уже работу непосредственно... Это безролевое управление глобусной системой координат. Пишите. Наука отвечает на вопрос... Это наука, отвечающая на вопрос «Кто?». Система нового внешнего двигательного динамического, двигательно-динамического управления. СНВ-2ДУ. Ребят, на названиях можете не циклиться, по причине того, что в портфолио нет приема, эти названия все прочитали. Следующая наука — это В2ДУ, то есть внешнее двигательно-динамическое управление,
Это наука отвечает, которая за работу с купольными уже системами координат. Это, ну, то есть наука, которая позволяет в том числе работать с такой способностью духа человека, как создавать систему координат, изменять, выбирать и разрушать. То есть это наука о системах координат. Она не только о купольных, она и о глобусах. То есть это теоретическая, практическая наука о системах о работе с системами координат. Вот так. Там искус, система комбинаторного управления ситуациями и так далее. И тому подобное. Следующая наука – это норма. Наука о ролевом моделировании – это уже наука, созданная лично Олегом Викторовичем. Реставрирована, она не создана. Но мы реставрируем. Реставрирована. Да. То есть это, если те предыдущие две науки вне мои, так сказать, руководители, наставники передают, то эту науку я вынужден был реставрировать сам от начала и до конца. Да, эта наука отвечает на вопрос «когда?». Следующая наука – это НВЗ, наука выполнения задач, отвечает на вопрос «как?», то есть «как сделать?». То есть в мире очень много наук, которые говорят, что вам делать, но никто не говорит, как это делается. То есть нет ни инструментов, ни устройств, никто этого всего не понимает. И поэтому наука выполнения задач – это как раз-таки как решать задачи. Ну, это наука о реализации задач. То есть как? Это наука о том, как решаются и реализовываются задачи. Наука о задачах, которые перед вами стоят, как фундаментальная наука о том, как справляться с задачами. Следующая прикладная наука – это КВУ, то есть как все устроено. Наука, которая отвечает на вопрос «что?», и она объясняет устройство всего в мире. То есть наши предки всегда знали, как все устроено. И в отличие от других наук, мы не пытаемся там в чем-то разбираться, потому что все за нас давным-давно, все механизмы известны, все устройства в том числе. То есть наши предки это всегда все знали. То есть это что обеспечивает? Скорость дополнительную. То есть среднестатистическому человеку нужно сначала разобраться, как это устроено, а потом что-то с этим делать. Если я устройство знаю заранее, мне тоже просто нужно приложить усилия. То есть я быстрее многократно становлюсь. Да? С другой стороны, у меня есть те вещи, которые я не знаю, например, как устроено, никогда с этим не сталкивался. Значит, существуют способы, как быстро разобраться в этом устройстве. Да? То есть, и как потом приложить. То есть, по сути своей, это те устройства, к которым прилагаются усилия. Наука, куда прилагать усилия. И какой получится результат, если вы приложите то или иное усилие к тем или иным целям. Следующая наука – это брейнингенская механика. Наука, которая классифицировала зону неизвестного и неизвестной двигательной задачи, которая давит на человека, и, соответственно, что и приводит его к тому, к миру, в котором живут люди, то есть подмены понятий и автоматизм. Смысл цели этой науки... То есть... Не наука же приводит, правильно? Зона неизвестного. Ну, конечно. То есть цель науки брейнингенская механика – это все зоны неизвестного превратить в состояние абсолютного знания. Вот. То есть, по сути своей, кто-то считает Бринангель наукой, это так. Но на самом деле Бринангель – это методика освобождения от неизвестных двигательных задач из зон неизвестных. То есть по сути своей методика освобождения из оков этого мира. То есть она появилась у нас самая что? Последняя. Это когда появилась кишка дорога длиной в жизнь, я ее выкопал самой последней. Это последняя наука мной реставрирована. То есть было 7, вот стало 8, как и положено в системе координат. Да? 8 элементов. Следующая наука – это психосомология. Истинное название – это корейская медицина. То есть психосомологию можно вообще назвать осью вращения всех остальных наук. Потому что именно психосомология содержит в себе комплексы, методики, тренировочные упражнения, которые как раз-таки позволяют человеку двигаться вверх и самосовершенствоваться. И наука, с помощью которой, то есть она говорит о чем? Что в каждом человеке есть механизм самоисцеления и самореализации. И подготовленные, то есть специалисты, астенеры, психосомологи, это
люди, которые как раз-таки могут запустить в человеке этот механизм самоисцеления, самореализации. Вот. Ну и опять же, посредством раструб, сектор... Стоп, это до этого мы дойдем. Я поняла. Хорошо. И следующая наука – это ратное мастерство или система боевого конструирования. То есть она, в общем-то, называлась нашим отцом-основателем СБК, то есть система боевого конструирования. Она в том числе и содержит в себе ратное, как бы, мастерство. На базе уже ратного мастерства, системы боевого конструирования, были созданы такие технологии, как 2СО, 2СС, КИО и другие. Да, отсюда видно. Наука отвечает на вопрос видео. Спасибо, Нина. Вот вам сводный объем, как бы, прикладной ноги. Видите, он охватывает полный диапазон. Каждая из наук является, по сравнению с предыдущей, более мощной, то есть ее инструментарий более мощный, да. И разница у этих наук только в подходах, да. Ну и уровень дает что? Больше силы. То есть по сути своей можно с помощью любой из этих наук справиться с любой из задач. Можно Бренненгелем, можно, то есть подходов 8, как вы видите, да. Что и образует, в общем-то, вертикальный барабан вариантов решения задач любой. То есть вы знаете, что на планете Земля 16 вариантов решения любой задачи и реализации. 16. Из них 8 вертикальных и 8 горизонтальных. Из них в 8 горизонтальных есть одно простое действие с победой и одно простое действие с поражением. При этом все остальные только растянуты что? По времени. Только растянуты по времени и могут тоже превратиться в поражение, если вы, так сказать, выберете не тот вариант решения задачи, который соответствует вашим ожиданиям по времени или ожиданиям ваших клиентов или четко обстоятельств, которые вам нужно реализовывать в тот или иной момент времени. То есть это вам нужно четко, как бы, понимать. Ну а среднестатистический человек всегда выбирает только один вариант с поражением. То есть один вариант с поражением. То есть человек всегда выбирает один вариант поражения. Давайте выясним. Вот я делаю заявление, вроде как безапелляционное, да? Но на самом деле оно не безапелляционное. Ну давайте, Ольга Викторовна, сколько раз в жизни вы убеждали, что человек всегда выбирает один вариант с поражением? Каждый день в этом убеждаюсь. Вот перед вами адвокат, у которого там куча клиентов, как бы куча людей с ней общается каждый день, и почему-то они всегда выбирают одно простое действие с поражением. Да, всегда. Хотя будет там, даешь ему несколько вариантов, но обычно говоришь, вот одно простое действие с победой, сделай так, он говорит, да, разворачивается и делает одно простое действие с поражением. И сам же от этого страдает. Ну вот, кстати, есть такой товарищ, его зовут Л. Рон Хаббард, который как раз мы про саентологию с вами немного говорили. У него есть такая фундаментальная, так сказать, сборник лекций, 76 лекций, филадельфийский докторский курс. В филадельфийском докторском курсе Хаббард как раз говорит о том, что человек удивительное существо. Он вечером создает постулат, а утром становится следствием этого постулата. Например, проходя мимо в своем гараже машины, стоящей на домкрате, говорит, этот домкрат очень опасен. И машина слетит с этого домкрата и может как будто ударить по ноге. Утром как раз она ему и бьет по ноге. То есть вот, ну вот так человек действует, живет. Вот. Хотелось бы поговорить немножко еще об одном состоянии человека. Еще. Это состояние человека называется «я чувствую». Ощущаю, чувствую, предчувствую. Интуиция. Ребят, в большинстве случаев мы имеем дело со сбоем в системе автоматизмов человеческого тела, не более ее того. Очень просто проверить, как на самом деле обстоят дела. Делается это так.
Вы задаете один вопрос человеку и оставляете его с этим вопросом наедине. Выглядит вопрос так: когда вы последний раз предчувствовали, что в понедельник утром получите $1 000 000? И он вам скажет: никогда не предчувствовал. То есть предчувствует он что? Только гадости всякие. Соответственно, что? Это страх. Страх порожден чем? Неспособностью справляться с задачами, отсутствием инструментария и прочими вещами. Да. Еще один пример приведу. Вам станет сразу же все понятно. Я рассказывал этот пример многократно, теперь расскажу его что. Еще разочек. Одна женщина в Киеве меня спросила: Олег Викторович, вы знаете, что будет завтра? Я сказал: знаю. Она мне сказала: а мне скажет? Я сказал: не скажу. В том-то и смысл, чтобы не знать, что будет завтра. А обладать таким инструментарием, который позволил бы тебе не думать о том, что будет завтра, а быть уверенным, что бы завтра не было, ты все равно справишься с тем, что будет. Понятно, да? Надо работать в плоскости своего влияния, а не в плоскости влияния Вселенной, Бога и так далее и тому подобное. Надо собой заниматься, а не всеми вокруг. Понятно, да? То есть вы должны располагать таким инструментарием, чтобы вы не задумывались, что будет завтра. Чтобы вы знали, попади вы в любую ситуацию, вы перейдете от задачи класса выживания к задаче класса управления, повысите уровень решения задачи, справитесь с любой поставленной задачей, с любой реализацией. Понятно, да? Тогда исчезнет вот этот сбой в системе автоматизмов человеческого тела, который называется повышенная тревожность. Понятно? Это обычно женщины страдают. И интуиция. Ребята, дословно слово интуиция означает состояние абсолютного знания. Это очень высоко. Среднестатистический человек даже себе не может представить, что это такое. Поэтому никакой интуиции у них что-то нет. Запомните раз и навсегда. У них что? Кино, а не интуиция. Кинофильм. Стивен Спилберг. Как возникает кино, вам расскажет любая женщина. Как она его крутит по вечерам и так далее и тому подобное. Можете подойти к любой женщине, она вам расскажет, как она берет от грусти тихой проблему, создает ее, залазит в эту проблему и начинает в ней жить. Ну, я уже тоже рассказывал многократно. Ситуация, когда у меня была ситуация, когда пришла женщина, попросила моих коллег помочь ей разобраться в вопросе, изменяет ли ее муж ей. Я этим вопросами не занимаюсь. Поручил этот вопрос дочерней компании, детективной, которая как бы занималась этим вопросом. Когда те выяснили и установили, что ее муж, так сказать, ей не может изменять по определению, он болен. Достаточно продолжительный промежуток времени, и этому есть все медицинские документы. Но ей об этом не сказали, и просто сказали: вы же просили ответить на вопрос, изменяет или не изменяет. Я сказал: не изменяет. Она накинулась на директора компании вот приблизительно с таким возгласом: как он мне не изменяет? Ну вот ей сказали: никак. Она сказала: вы шарлатаны, мошенники, вы меня обманываете. Ну пришлось положить документы. Медицинский, она заплакала в кабинете. Бедный мой несчастный муж, он от меня скрывал 3 года, что он болен, что он не может мне изменить, а я-то себя накручиваю и так далее. И вот такая вот как бы ситуация. Это как нужно, извините за выражение, любить свою жену или любить своего мужа, чтобы скрывать от жены или мужа все свои, так сказать, проблемы, чтобы она ходила детективов на зону. Ну, там, это, короче, семейка Адамсов. Да, такая вот. Вот, пожалуйста, я вам рассказываю банальные вещи, которые как бы банально происходят каждый день. На планете Земля таких вещей куча происходит. Вот. Очень болезненно реагируют они все на эти вещи. Ну, вы еще ж помните, да, у нас есть мужчины и женщины. Да? У женщины свои приколы, у мужчин свои приколы, да? Я же сказал, женщины хотят знать, а мужчины все и всех иметь. Да. И как бы женщина — это, по сути, воплощение зоны неизвестного. Мужчина, по сути, воплощение неизвестной двигательной задачи.
Поэтому, как бы, ну, по сути своей. Итак. Мы поняли, что существует некое изначальное знание, которое наши предки притаранили на эту планету Земля, и которое в том или ином виде, в той или иной части, в тех или иных вопросах, извращенное, искаженное, смешанное с чем-то, существует на планете Земля, и никуда оно не делось. Иначе бы я его что? Не смог реставрировать. Иначе я бы его не смог реставрировать. Я уже неоднократно говорил, что есть науки, которые я реставрировал. Ну вот, например, воинское мастерство. Борьбу я не реставрировал. Она у нас и так, в общем-то, сохранилась. Пожалуйста, в разных ее вариациях. Охотский бой мне преподавал некий офицер, друг мой Главко, достаточно долго. Поэтому я его тоже не реставрировал. Меня Главко хорошо научил охотскому, как бы, бою. Дворянскую сечь я тоже не реставрировал. По причине того, что мне ее передал Палыч. Я ее дореставрировал. Я ее не реставрировал, я ее дореставрировал. Выгнал в изначальный вариант. Я реставрировал кулачный бой в этой системе и реставрировал методику вертикальной системы решения задач аварийного, то есть, как бы, бесконтактную работу реставрировал в полном объеме. То есть бесконтакт — это исключительно моя заслуга. Я его реставрировал с научной точки зрения, провел миллионы, там, как говорится, исследований. Много, так сказать, моментов, который решил. Поговорим о каждой из частей. Поговорим о каждой из частей, в общем-то, отдельно. Психосомологию, харийскую медицину, я ее реставрировал самостоятельно в полном объеме. Это моя заслуга, то есть я ее реставрировал. Бренингейскую механику я не реставрировал, я ее нашел и вам передал. КВУ, НВЗ, ВЭДВДУ, СНВЭДВДУ мне передали мои учителя, руководители, старшие товарищи и так далее и тому подобное. А норму реставрировал я. Норму реставрировал. Вот такой вот сводный объемчик. Я занимался серьезно прикладной историей. И открытия в области прикладной истории тоже принадлежат мне. Какие-то вещи мне были переданы и до этого. Ну, в основном вся прикладная история. Это. И есть куча моих, как бы, заслуг, связанных с дешифровкой определенных книг, писаний там, и так далее и тому подобное. Это, в общем-то, вы все знаете. Итак, давайте пойдем в вопрос. Итак, все вероучения, религии, школы в мире что-то предлагают. Вот давайте, исходя из того, что мы сделали за два дня, спросим. Ольга Викторовна, что предлагает психология? Вы у нас знакомы с психологией не понаслышке. У вас была серьезная психотравма, насколько я знаю. Было дело? Да. Вы 3 года ходили по всем психологам, платили деньги. А как вы говорили мне, насколько я помню, оказался среди них один порядочный человек, который достал бутылку коньяка. Ну, расскажите историю. Ну, да, была такая история. Есть такой очень дорогой психолог, у меня Петровский, я к нему пришла, говорю, мне плохо, помогите. Он говорит, сейчас. Достал бутылку коньяка, вставил 2 стакана, говорит, пей. Ну, я выпила там, сколько я смогла. Он говорит, легче? Я говорю, легче. Он говорит, сейчас. Был человек в свое время, повторяюсь, Ольгу. В дипломатической академии, где готовят вот фундамент разведки, ну и дипломатии, так сказать, СССР, был преподаватель, некий Гномов в Москве. Человек уже умер. Начальник кафедры спецпсихподготовки. Значит, он им прочитал фундаментальнейший курс за 5 лет специальной психологической подготовки для разведчика и дипломата. Разные. Когда они выпускались, сдали госэкзамены, он собрал в вестибюле туалета, знаете, туалет, знаете, ну, галюна, весь свой курс, любимую группу, попросил взять с собой все конспекты.
Когда они зашли туда, там стояла огромная бочка, знаете, такая железная. Он сказал, бросайте конспекты сюда. Они бросили, он облил это банкой бензина и поджег. Говорит, все, чему я вас учил, все полное дерьмо. Запомните раз и навсегда. Разведчика расслабляют только водка и баба. Ничего больше. Урок окончен. Теперь вы знаете всю спецпсихологию, которая существует. Разведчика расслабляют только водка и бабы. Запомните раз и навсегда. Других расслабителей нет. Как бы. Все, что я вам читал, полное дерьмо. Ну, получено по программе. Женщины и водка. Больше ничего не расслабляют. Ну, то же самое, что Ольга Викторовна. Вы видите, так что предлагает психология? Что вам предложили? Ну, там есть разные направления. В основном, что они предлагают, первое, это оправдание. Второе, ну, как бы делать ничего не надо. И третье, предлагают какие-то вот шпильки, которые помогут шпилить других людей, но которые в отношении себя, в принципе, ну, как бы применить невозможно. Есть некая вот Луиза Хей, у которой есть куча всяких там упражнений. Вот, ну, по сути своей, что надо делать? Надо, когда у тебя все хреново, целый день убеждать себя, что у тебя все хорошо. Самогипноз. Да. Заодно из применений психологии это самогипноз. О, Вита, справились психологи, дорогие, с вашим психзаболеванием? Нет. Ну, расскажите, как оно у вас исчезло? Мне рассказали о том, что есть некий Олег Викторович, который может помочь. Я приехала сюда на семинар, вот подошла к Олегу Викторовичу, он говорит, ну, говорит, давай, вот семинар закончится, говорит, вечером подходи в офис, попробуем что-то сделать. Ну, вот, в общем-то, справились мы где-то минут за 20. Причем, ну, мы справились, опять же, Олег Викторович говорил мне, что делать, и я это делала сама, то есть за меня он ничего не делал. Там не колдовал надо мной, ничего такого не было. Ну, там, образно говоря, я говорил, возьми точку, поставь ее на стенку, ну, что-то в этом роде, то есть, чтобы вы поняли. Это не какое-то магия, волшебство, колдовство, это, ну, банальные там упражнения физические. То есть, я ничего не делал. Вот у меня была ситуация в Виннице, я ездил там, товарищ, человека изнасиловали когда-то там. У него, блин, психотравма на всю оставшуюся жизнь как бы осталась. 10 минут и психотравма. Вот, например, Марина. Марин, ты помнишь одесский семинар по психотравме? Никита был, да? Помню. Ну, то есть, расскажите. Когда я попала на семинар, я не могла ни разговаривать, ни улыбаться. То есть, ну, то есть, ничего. Я практически не воспринимала, что происходит вокруг. Опять-таки, психологи, предварительное лечение, ничего не помогало, становилось только хуже. И когда я попала на семинар, вы мне уделили на семинаре минут 10, по-моему, и я могла улыбаться. То есть вышла первый день семинара, я уже улыбалась. На третий день семинара я разговаривала, то есть все было нормально. Все было отлично. То есть это практически ничего особенного не происходило. Вы действительно говорили, что делать, как делать. И я это проделывала, и мне становилось хорошо. То есть мне стало хорошо. А вы помните сам семинар по психотравме? Помню. Вы помните, что я вытворял на семинаре? Помню. Я отнимал психотравмы у людей, забирал. И они с ума сходили и говорили, отдай, это моя психотравма, зачем вы ее забрали, Олег Викторович? Ну, я там уже обленился вообще. Вот уж без контакта, всем без контакта, без контакта. Я вышел на середину, говорю, у кого тут психотравма, кому плохо? Там такие, знаете, все же, никто же не хочет признаваться, все так, знаете, вот такие вот. Я говорю, у тебя психотравма? Свободен. Ты свободен. Ты свободен. И они сидят, там это на видео очень хорошо видно, люди сидят такие, перерывы, ой, а где моя психотравма, как я теперь буду притворяться, ой, отдайте, Олег Николаевич, обратно, психотравмы. Ну вот, например, у нас была Ира такая, женщина на семинаре, ну вот, в общем-то, Иру вылечить нельзя, ну невозможно. Хотите вы этого или не хотите? Ира не хочет, чтобы... То есть
Я у Иры убрал все психотравмы за семинар. Она сюда потом приехала, я ей добавил, дал инструментов, сказал, занимайся. Она бросила эти инструменты, пошла ладоваться. Что такое ладование? Я даже, ну, я не могу это объяснить. Я ищу ответ на вопрос, что такое ладование, потому что все говорят, что ладование — это разные вещи. Вот для одного волхва там какого-то неославянского, мы о неославянстве сегодня поговорим. Это одно. Ну вот, например, родноверы. Чем занимаются родноверы? За $500 вытаскивают из женщин блики бывших ее мужиков, которые остаются после полового акта. Сережа! Какой фрагментатор? Ты же тоже, так сказать, грешишь? Да? Травмы оставляет. Ну, поняли, да, по смыслу? Чем занимаются родноверы? Ну, вот я не знаю, что это же нельзя обобщить всех родноверов. Это вот те, которые ко мне приезжали, они мне рассказывали тем, чем они занимаются. Что за $500 они освобождают женщин от обликов ее бывших мужиков, которые в ней остаются, где, в каком месте, они тоже не знают, они остаются, ну, после каждого полового акта. Каждый раз $500. Пошла, переспала с кем-нибудь, пришла $500, опа, от лика освободили, да, это же облика. Я не знаю, Евгения Васильевна, как они это делают, они просто это делают. Ну что, говорят ей, что она освобождена от облика, блин. Я вижу, вижу лик, вижу, вижу глаз Божий. Идиотизм. Ну, это факт. Ну, по неославянству мы сегодня поговорим отдельно об этом. Что у нас? Потому что это отдельная тема для разговора неославянства. У нас есть психолог, вы знаете, да? Инна с Херсона. Алис, расскажи. Когда человек пришел к нам, он, вот она твоя ученица или у кого она? Mm-hmm. А у Вали, Валя, расскажи ты. Ничего не скажу. Ну просто то, что было там с человеком, ну это, конечно, как здесь. Олег Викторович, просто я не знаю, что про Инну можно, ну, рассказать. Много нельзя, это же пациент, как бы. Да, а вот, то есть, ну как бы человек занимался всеми направлениями психологии, которые только можно было заниматься, вы же понимаете. Марина ж тоже психолог и тоже закончила психфак. Вы представляете, человек, который по идее должен там супер с психикой быть, ну, высшее университетское образование психологическое у человека. И вот человек не может улыбаться. Ну, нормально она поизучала психологию? Ну, у меня это произошло на третьем курсе, я поняла, что уже накрыло. Еще 2 курса я закончила, и когда я закончила институт, это было уже все. То есть я уже пошла сама к психологам, к врачам, ну, то есть это уже все. Это уже было все. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам история с географией. Как бы. Сергей Ярославович, вы помните бизнес-вопросы? То есть Инна приехала и сказала, что она хочет психосомологический центр. То есть не закончилось это ничего. То есть по сути своей, все психологи импотенты. Профессиональные. Я имею в виду, они, я не знаю, чем они вообще занимаются, для меня это загадка. Сколько я не пытаюсь, не силюсь понять, что они делают, я понять не могу. Ну а если не считать Хеллингера и гештальт, ну как бы терапии, да? То есть они все что-то пытаются, ну как бы, делать, и зачем они это делают, для меня это загадка. Вот что предлагает нам психология. У меня по поводу психологов куча выступлений, куча лекций есть. И я уже 20 раз говорил, что психологи — это люди, которые, в общем-то, для другого предназначены. Вы знаете, как появилась психология? Кто знает, как появилась психология? Евгений Сергей Ярославович, рассказывай, как появилась психология. Я исторически не буду объяснять вам, что там случилось, я вам расскажу механически. Где прекрасный день? Люди Моргана. Знаете, кто такой Морган? Слышали? Морган кто такой? Финансист американский. Приехали к Фрейду, заплатили $1 000 000. И попросили Фрейда привезти в США некий психоанализ, доктрину, которая бы позволила в подчинении держать наемных рабочих на фабрике. Так возникла психология современная. В США именно. Потому что у нас, обратите внимание, у нас психология мультишколы,
это все США. То есть Европа, она в основном психоаналитическая, то есть это школа психоанализа, венская школа Фрейда, гештальт-терапия, которая уже во Франции сегодня обосновалась. То есть Европа больше интересует что? Психоаналитические школы, но они психоанализом не занимаются. Это, кстати, интересное очень явление такое. То есть в основном к психоаналитикам входят куда? В США. У нас есть Кудрицкий, тоже психолог, с 30-летним психиатр стажем. И он постоянно, каждый семинар рассказывает один и тот же анекдот, да? Приходит мужик и говорит: слушай, как у вас у психоаналитиков-то все офигенно? Короче, по $100 получайте, людей просто сидите, слушайте. Мужик, кто их слушает? Ну что, это забазы, я тоже слушаю. Нет, вот классно вам, сидите по $100, час послушали, $100 получили. Он говорит: что, дурак, кто их слушает? Этих людей. То есть, по сути, вот вся психотерапия. Валера вот сидит. Куча школ психологии, весь Кастанеда лет 15, да, Кастанеда? Лет 15 Кастанеда. То же самое. Валер, ну, как жизнь-то развивалась, расскажи. До прикладной науки. А как вы правильно вот сказали, что занимался Кастанедой, не получается. Бросил. Стал искать что-то другое. Нашел что-то другое. Что-то не работает, но очень похоже на Кастанеду. Вернулся к Кастанеде. Опять изучаю, не получается. Надо искать что-то другое, новенькое. Новенькое ищешь, что-то на Кастанеду похоже, но у Кастанеды, по-моему, круче. Вернулся. И так до тех пор, пока не нашел прикладную науку. Не нашел прикладную. Ну вот смотрите, вот вам, по сути, с психологами разобрались. С саентологами разбираться, в общем-то, нечего по причине того, что, в общем-то, цель саентологии это создание этого оперирующего тетана, то есть свободного духа, который может находиться в состоянии вне тела и, так сказать, вот является яким неким божеством. Да? Делается это с помощью моста Эл-Арха. По сути, саентология — это наука о том, как знать, она дословно так и переводится, а не о том, как сделать. Да? Поэтому это обманутые ожидания как бы человека. Это много денег и обманутые ожидания. Понимаете, да? То есть, по сути своей, один комплекс Расту убивает саентологию, психологию и все остальные психологические течения, которые существуют на сегодняшний день в мире. Итак, прикладная наука делится на теоретическую часть, устройство, способы приложения усилий и прочее, и на инструментальную часть, которая содержит инструменты реализации как бы задач. Да? Итак, еще существует некая методика постамента, да? Потом мы это все красиво вычертим на доску. Да? Так, с чего начинается Родин? Давайте говорить о прикладной науке. Почему человек приходит изучать прикладную науку славянскую? Ну, давайте 2-3 мнения выслушаем. Валентина Евгеньевна, вы почему пришли ее изучать? Потому что я это искала всю свою жизнь. Я даже сама до конца не понимала, что я искала, но в один прекрасный момент, уже не первый месяц изучая прикладную науку, что я как раз с ребятам вчера рассказывала, я просто поняла, что я нашла все, одновременно все, что я хотела в жизни, все я нашла здесь, благодаря вам. То есть за очень короткий промежуток времени, даже год еще не прошел, я уже могла благодаря Олегу Викторовичу, то есть много, разбираться во всем. То есть я даже представить не могла, я всегда думала, что нужно по 5 лет учиться там каждой профессии. То есть как и все это считают, что специализация должна быть, там учиться. То есть за год уже там,
дама в 23 года разбирается в абсолютно многих вещах, и безопасности в том числе, что... Ну, я вам напоминаю, Валентина Евгеньевна – это одна из немногих женщин, которая закончила нашу Академию безопасности, да, наравне с мужчинами от начала и до конца. То есть самое главное, то, что благодаря вам у меня есть, это смысл жизни. Это то, чего нет ни у кого, у людей. Они его все ищут, и потом очень сильно начинают ошибаться, думая, что смысл жизни – это... какие-то материальные блага, брак, то есть, но когда у них это все появляется, начинаются у них другие неприятности. То есть люди всегда ищут, но они сами не могут объяснить, что, ну, то есть, потому что все устроено в мироздании так, что человек все-таки будет приходить к Богу, а они этому очень сильно сопротивляются и имеют кучу неприятностей. И просто прояснение смысла жизни, то, что оно все расставило просто на свои места. И когда знаешь, что есть только это, и все остальное, это как прилагающееся. То есть прежде всего ищите Царствие Небесного и правды Его, а все остальное приложится. И действительно так оно и происходит. То есть... Обратите внимание, в Евангелии не сказано, не имейте машин, квартир и так далее. Там сказано, прежде ищите Царствие Небесное и правды Его, а все остальное приложится. Но этого никто не читает в Евангелии. Этого никто не читает. И все читают другое, что им выгодно и так далее и тому подобное. А это, в общем-то, основа Евангелия. То есть смысл всего Евангелия в этой строчке. Прежде ищите Царствие Небесное и правды, а все остальное приложено. То есть если бы можно было Евангелие, все Евангелие, для среднестатистического человека изложить в одно предложение, то это предложение и есть смысл всего Евангелие. Прежде ищите Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится. У нас же что? Все четко да наоборот. И по этому поводу в комментариях к Евангелию, в нашей книге «Дорога длиною в жизнь», вы помните, да, разговор Тимерлана и Малхастиха. Когда Малхастих сидит в шатре, к нему входит Тимерлан и говорит, ну что, царь царей? Вот он Тимерлану, завоевал весь мир? Он говорит, да, а трон все равно мне уступил. Он говорит, а почему так? А он берет пиалу, переворачивает ее, дает ему чайник и говорит, налей мне. Ты как, говорит, жил? Сначала ты удовлетворял свои потребности, правда? Хорошо. Потом ты зарабатывал для того, чтобы удовлетворить потребности, деньги. Когда у тебя появились деньги, ты искал власти. Теперь у тебя есть власть. И что дальше? Ничего. Тупик. Дальше хода нет. Наивысшая ценность человеческой жизни в искусственной иерархии творения на планете Земля – это власть. Больше ничего. Дальше пути нет. А я, говорит, шел по-другому. Я сначала получил знания. Имеющий знания всегда получит власть. Имеющий власть заработает деньги. Имеющий деньги удовлетворит все свои потребности. То есть у меня полный диапазон. И я могу работать в любой точке этого диапазона, когда за мне заблагорассудится. И у меня есть то, чего нет у тебя. У меня есть абсолютное знание о том, как все устроено, как все это изменяется и что нужно делать, когда. А у тебя нет, поэтому я мудрец, ты мне трон уступил, и ты ко мне ходишь спрашивать, что тебе делать дальше. И так будет всегда. Хочешь ты этого или не хочешь, тебе ладно. Он ему объяснил, почему он ему трон уступил. Вот таким вот способом. То есть вот смысл. Понимаете, да? Ладно. Маша, ты у нас человек, который духовную эту семинарию закончил, так сказать. Человек, который там нарегентовался. Человек, который всю жизнь, духовную жизнь жил. Ты как прикладывай ноги? Ну, сказать, что... Ведь ты сама пришла, я тебя вообще не звал. Вот, если Валя ко мне пришла линейно, так сказать, в Севастополе на работу устраиваться, то есть, ну, Валентина Евгеньевна, то есть как-то вот, ну, сложились обстоятельства, то Маша вообще появилась из ниоткуда, то есть как бы как черт из табакерки, как бы. Она просто мне написала в интернете, там, ей какие-то вопросы ответить, потом приехала на землю. То есть так же, как Ольга Викторовна, она ниоткуда появилась, из ниоткуда, да. Ну, что я могу сказать?
я сразу же, скажем так, не засоряя мозги там какими-то институтами, сразу после школы поступила в духовную семинарию. И вот с этого момента, скажем так, больше 10 лет, я пребывала в такой вот организации, по-другому. Организация, она есть. Когда-то она не была для меня организацией, но сейчас уже, конечно, все, так как мышление изменилось. Вот. И мучительно пытаясь наладить духовную жизнь в течение этого времени, по сути дела, тут говорят люди, что после психологи мне помогли, а находясь как бы в духовном месте, общаясь постоянно с духовными людьми, в общем-то, честно сказать, моя жизнь огромными усилиями моими пришла тоже к полному какому-то развалу. То есть у меня в итоге через 10 лет все было в духовном смысле. Все очень плохо. Несмотря на то, что как бы одно только служение церкви и общество там соответствующее и так далее, и так далее. И вот это для меня был самый большой шок, то, что никакими инструментами духовными, которыми, собственно говоря, инструментов не было, но даже то, что было, не могло ничего исправить. То есть я видела, что в принципе исправить ничего нельзя. Ничего не дается для того, чтобы человек действительно стал исправляться и меняться. Потому что одно покаяние, скажем так, тупо, ну я каюсь. И так можно превратиться в полного, извиняюсь, дегенерата. И вот что происходит, вот это мне стало на какой-то момент страшно, что я поняла, что не меняется в лучшую сторону, а что начали запускается процесс деградации просто. Вот. И тогда я как бы решила круто все менять. Вот. То есть выйти из этой системы и уже как-то... Броситься в другую крайность, которая называется бизнес. Нет, ну это следующая крайность. Я не бросилась в другую крайность, но как бы это было просто уже необходимостью жизни. Этот момент материальный. Ну, опять-таки, просто я думаю, что тот человек, который ищет, Бог его приведет к тому, что он ищет. Вот в том-то зерно, что действительно, что люди на самом деле хотят, чего они хотят больше всего носить. Я не знаю, как я благодарна Богу за эту возможность вообще быть тут, слышать каждое слово Олега Викторовича, вообще иметь возможность обучаться этим знаниям. В чем, в общем-то, проблема? Разве православие, оно что, порог или что? Вот сегодня даже христианское православие. В чем проблема? В чем неприятно? Проблема в том, что нет инструментов. Вот, я вам сейчас объясню одну вещь, и вы сразу же поймете. Вот смотрите. Вы должны знать, согласно РПТК 1 РАСТу, что истина работает, да? Если это не работает, то это что? Не истина. Понятно, да? Это ложь. Теперь вопрос. 10 заповедей, ветхозаветных еще, не убий, там, не укради и так далее, и христовые заповеди, определенные главой 7, 5, 6 Евангелия от Матвея, они работают или не работают? Вот проблематика в том, что они не работают. Что бы вы ни соблюдали, ни убей, ни укради, вам от этого только что хуже становится на этой планете Земля. А в чем проблематика? Я всегда объяснял, объясняю и буду объяснять. Ребята, если вы возьмете колесо вместо автомобиля и попробуете ездить на колесе, у вас ничего что? Не получится. И вы будете говорить, что это плохой автомобиль, называя колесо автомобилем. Это не так. То есть прежде чем у вас все перестанет работать и ничего не станет получаться, вам нужно обязательно оторвать от своего автомобиля колесо, выбросить автомобиль там с обрыва куда-нибудь, убедить себя серьезным способом, что вот это и есть автомобиль, залезть на него и пытаться на этом колесе ездить. Понимаете, да?
Вот. То есть, но как только вы разучиваете наизусть принципы НВЗ, начинаете их применять в жизни и деятельности, 10 заповедей начинают работать как? Само собой разумеющиеся. Как только вы разучили принципы НВЗ и стали их применять, вам не надо соблюдать 10 заповедей, вы их и так соблюдаете. Вы даже не станете задумываться. И сколько бы вы это ни проверяли, 10 заповедей будут соблюдены в полном объеме. Потому что принципы НВЗ гласят, не создавай сопротивления, применяй вещи по назначению, работай в плоскости своего влияния и так далее, и так далее, и так далее. Это вот. Работай с конца. То есть вы перестаете грешить. Что такое не перестаете грешить? Перестаете попадать в неудачи. Грех — это древнее арамейское слово, а точнее древнеславянское еще раньше. Да? Но нам, к нам, в христианство православное, слово грех пришло из древнеарамейского. Там было это слово, и оно дословно означает что? Поражение. Не попадание в цель. Поражение. Дословно слово грех означает поражение из древнего. Это такое значение дает древнеарамейский язык слову грех. А я вам сказал, что такое грех, когда вы мне задали здесь вчера, позавчера вопрос. Нежелание принять образ и реализовывать подобие Божие и есть грех. Все, что за ним связано. Вот. Это все. А Максим Исповедник, вы помните, говорит, все грехи извращенные что? Добродетели. И добавляет. Какое, помните, это я цитирую Максима Исповедника. Какое чудесное чувство у человека. Ненависть. Великолепное чувство. Но мы-то ненависть куда применяем? К себе подобным. А требуется применить к чему? К греху. Ненавидеть нужно грех, а не себе подобным. Вот, в общем-то, пример, когда... Все грехи извращенные, так сказать, добродетели. Вот еще линейная система, то же самое вам как бы показывает. Марсель, а ты как прикладной науке пришел? Ну я, получается, ну, в определенный момент времени, как бы, я до этого как бы жил просто, жил и все. А потом начал интересоваться, то есть, как всякими вещами занимался там, и кастанеды тоже, и пробовал. И оно как бы. Дело и вроде как, зачем я это делаю, то есть. И так постепенно, отсекал и ушел к такому вопросу, а почему вообще, как бы, я вот физическим телом существую, почему я так вообще делаю? Вот, а потом знакомый мне, показал видео ваше, вот, где вот про бесконтакт. Вот, и там вы, как бы, говорили, вот, прям, то, что есть знание, устройство конкретное, приложение усилий. И все как бы работает, то есть конкретное, знание. Вот, а потом я как бы смотрел и только подумал, надо съездить на семинар, как бы, узнать. Вот. И думал, как это сделать. А потом прихожу на работу, и меня туда в командировку в Крым отправляют. Такой думаю, и сразу позвонил Валентин Тигидин, и я тут приехал. И вместо командировки был 2 недели у нас. А командировку сделал? Да, как бы командировка сначала как бы прошла, а потом на семинар. Вот, то есть, как бы, можно сказать, как само так получилось, я не знаю. А командировку мне как бы сказали, поедешь точно, как бы, отправили. Без всяких вопросов. Вот, и все ответы получил на вопросы и понял то, что как бы, когда Олег Викторович сказал то, что добро пожаловать домой, как бы все так сразу так соединилось и. Теперь знаю, то, что нужно делать, как предназначение, применять по назначению, как бы, этот. И все уже, известно, надо просто прилагать усилия, делать все это, и тогда, смысл все вот это, почему я здесь существую, как бы, уже понятно, то есть для чего это надо делать. И вот только, надо делать, все это делать, и тогда все, как бы, будет. С
Спасибо, Олег Викторович, спасибо всем. Как без вас, как бы, ничего не получилось бы вообще. Ну, это как бы, это бесценно вот это все. Вот это все, все, что происходит. А все остальное, оно, ну, не имеет значения просто. Как сплошное надувательство. Собака. О, подружка.